гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Это очередное определение. А как сдались? Какая ситуация? С домом, в доме сидели. Ну то как это все было? В дороге. Как в плен попали? Пришли, сказали на выход. Сдавайте. И вы сдались? Мы сдались. Штурма вас брали? Утром. Ну да. Вы сдались. Кто тебя брал штурма? Ну вы же брали. Ну? Вы... Ты хочешь сказать, что ты сдавался? Нам сказали выходить и сдаваться. Ты тянул переговоры, блин. Вы мозги компостировали. Я лично в 9 часов вечера выходил. Ребят положили. Я в 9 часов вечера выходил на переговоры с вами. Вы сказали, да, мы будем сдаваться. Потом вы открыли огонь по нам, блядь. И мы пошли штурмом на вас. А на часто наши. Сколько вы ребят положили моих? И только после того, когда вас штурмом взяли, блядь. И, кстати, ты заметь, блядь, мы вас не положили там, хотя имели полное право. И мы вам всем сохранили жизнь. Это правда? Правда. За тот молодняк, который вы положили, реально можно было вас на ремне резать. Какая ситуация сейчас в Дебальцево на позиции? Дебальцево, без понятия. Но вы в каких условиях воевали? Вы отрезаны были? Отрезаны были. Что командование, какой приказ давало? Держаться. Обещало помочь, да? Вроде бы. Вроде бы. Вас обманул, вы уже окружены полностью, Дебальцево окружено. Большая часть Дебальцева захвачена. Как вас зовут? Владимир. А фамилия? Миронец. А можно слово? Давай, все. Я житель города Светлодар. Подойди к тебе. Отдайте ситуацию, жительца. Если человек провели, ведут еще 24. Армии, которые там где-то заблудились, они знают о том, что выводят военнопленных, и они пытаются их сейчас убить, непосредственно своих. Вот. При этом мы сейчас сделали заградительный огонь, для того, чтобы у них не было возможности. Мы их выводили сразу отсюда. Так что шансов у них нету, они тоже все в окружении находятся. 24 человека сейчас. Да, сейчас, да, 24 человека. Все уже готовы, поэтому... Задержали группу беспилотников вместе с беспилотником и с майором, который руководил беспилотной группой. Вот, сейчас мы должны доставить их. Остатки сейчас доведут. Я здесь.
Пусик-то не... Что, не вы? Все, а я тебе сейчас разберу, будем выводить туда. Пошла. Кто вам поставил? Кто вам поставил? Я здесь, бар. Бар, я тебе встал. Бар, Давай, собрались!